Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Прогремело дивидендное ралли летом, и, как я и говорил, что, в общем, сказать, дальше ничего интересного не ожидается, и можно расслабиться на какое-то время, и до конца августа ожидался такой, ну, сказать, спад небольшой, поэтому я захеджировал все свои активы и уехал отдыхать наконец-то, потому что я просто устал и хотелось очень отдохнуть. Так вот, что по поводу активов. Вернемся к нашим баранам. Я захеджировал их и уехал, потому что ожидалось, что ничего интересного, во-первых, не произойдет, никаких резких движений не будет, а во-вторых, в общем, сказать, все ожидают, что будет падение индекса РТС, падение всех индексов, и, соответственно, что я сделал? Я захеджировал, то есть я, как и говорил, купил два лота, в шорт открыл на индекс РТС, и то же самое сделал два опциона, купил пут со страйком, сколько там, 1300. Вот. Что случилось за это время? Доллар ожидаемо начал расти, рубль ожидаемо начал падать, и все было хорошо. Мои, значит, активы не только падали, не только не падали, но и начали расти. Я, так сказать, постоянно захожу в интернет. Вот. Но вчера вдруг внезапно доллар перестал падать, доллар перестал расти к рублю и внезапно упал, то есть рубль укрепился. Читаю новости, говорят, что это связано с очередным там налоговым периодом, хотя я не понимаю, какой это налоговый период, но тем не менее. Вот, давайте посмотрим на графики. Что произошло за это время? Посмотрите, с моими активами. Ну, как и ожидалось, с ними ничего особенного не произошло. Вот, самый большой у меня, как вы помните, РУС-28, она выросла уже аж до почти 169% к номиналу, то есть облигация растет. О чем это говорит? Это облигация в долларах с абсолютной гарантией дает высокую доходность, там 13% годовых купонный доход, купонный 13% в валюте. Поэтому на нее цена такая высокая. Почему цена растет? Потому что люди перекладываются в активы с гарантированной доходностью. Облигация РУС-28 – это как раз гарантированная очень высокая доходность. Но когда я ее покупал, доходность была в районе 4% годовых, то есть текущая доходность вот по той цене. А сейчас, естественно, эта доходность снизилась, потому что есть большой спрос. И цена выросла до 168, почти до 169. Когда я ее брал, было там 164% к номиналу. То есть у меня очень хорошее вложение и очень удачное. Вот. Если вы хотите взять облигацию РУС-28, то боюсь, что уже поздновато, потому что текущая доходность будет уже совсем-совсем другая. Вот. Сейчас давайте посмотрим, какая будет текущая доходность на эту облигацию. Так, смотрим. Текущая доходность сейчас в районе 3,6% в валюте, текущая доходность 3,6% в валюте, вот при текущих ценах. В принципе, не такая уж и плохая доходность. Вот, вполне привлекательный актив, но лучше покупать, конечно, по вот, нижней цене, 3,63. Вот, теперь далее. Что дальше у меня в активах? Посмотрите, ну, по-прежнему у меня на втором месте стоит Распадская, и Распадская, я все жду, что она вырастет. И давайте посмотрим на Распадскую, что с ней происходит. Распадская падала, вот у меня позиция, она не соответствует на самом деле, потому что я, когда перетасовывал, на самом деле я Распадскую покупал еще по 99 рублей. Вот.
просто я его потом продал, снова закупил, когда я перетасовывал, там деньги нужно были срочно выводить. Вот. Поэтому Распадская у меня на втором месте. Я все жду, я ее жду уже, наверное, год. Она должна вырасти. Чем характерна Распадская? Распадская не платила дивиденды до сих пор. И был взлет, когда она вроде бы должна была заплатить дивиденды, но опять отказались платить, было падение. Вот, сейчас в ближайшее время планируется отчет по Распадской. Во-первых, во-вторых, они на прошлом, ну, когда они вот в прошлый раз сказали, что платить дивиденды не будут, но они сказали, что пересмотрели там дивидендную политику, и она уже у них изменится. И, ну, есть очень высокая вероятность того, что дивиденды будут, а это значит, что акции, скорее всего, вырастут. Точно так же, как выросли в свое время акции «Газпрома», когда «Газпром» объявил, после того, как не платил дивиденды, объявил какие-то, хоть какие-то дивиденды. Вот, поэтому Распадскую я держу по-прежнему. Ну, а что ее не держать? Она у меня, так сказать, хорошую прибыль дала уже за все время 30%. Вот за год, который я держу, нормально. Так, теперь дальше, что у меня? Полиметалл. Давайте посмотрим полиметалл, еще интереснее полюзолота. Как я и говорил, смотрите, акции золотодобывающих компаний в условиях, когда вот эта вот напряженность вся нагнетается, они должны начать рост. И они растут, вы видите, вот полиметалл. Полиметалл это компания, которая добывает, ну, серебро и золото, вот, больше серебро. И давайте посмотрим на другую компанию золотодобывающую, у меня ее нет в портфеле, но она вот тоже очень интересная, это Полюс золото, там еще интереснее график. Вот он Полюс, посмотрите, вот он Полюс, с буквально 20 мая вверх идет. Стабильно вверх. Шикарно, шикарная идея на акции золотодобывающих компаний. Я говорил, что их надо покупать, и их надо покупать. Она у меня в портфеле есть. У меня полиметалл этот сектор занимает. Теперь далее. Яндекс. Посмотрим, что с Яндексом. Я, честно говоря, не смотрел давно его. А с Яндексом дела вот такие. Дневной график включаем. Я давно не смотрел ничего. Так, дневной график. Ну, он колеблется между 2400 и 2600. Нормально он стоит, и кризис на него пока не влияет. И всякие скандалы с таксистами и так далее. А Яндекс очень интенсивная компания, развивается, это технологический сектор. Он у меня присутствует, и все. Вот, он вырос в свое время, все хорошо с Яндексом. Дальше. Следующая компания у меня Novatek. По объему. Смотрим Novatek. Novatek занимается жидким природным газом, сжиженным природным газом, наращивает объемы. Так, что-то у меня компьютер тормозит. Так, Novatek в последнее время немножечко просел как раз вот со всеми этими слухами о кризисе. Ничего страшного, в принципе, но как-то вот, да, неприятно, потому что он сейчас у меня текущие убытки показывает. Так, текущие убытки. Вот он стабилизировался на каком-то объеме и текущие убытки. Ничего страшного, опять же, держу. У меня все захеджировано, не забывайте. Следующая у меня система. Система, насколько я помню, начала расти. Так, где у меня система? Вот она. Да, система начала расти, наконец, после многочисленных падений, в общем сказать, там. Система начала давать рост. Она возвращается вот к своему положению. То есть здесь все нормально, я считаю. Газпром. Давайте взглянем на Газпром. Газпром стабилизировался, 231 рубль. Ничего страшного, я думаю, что еще вырастет. Обувь России. Что с обувью России? Давайте вот, сказать, немножечко комментарии. У меня спрашивали, что с обувью России. Продал я ее, не продал. Посмотрите, блин, я тут немножечко упустил момент с обувью России.
Вот он был момент, видите? Опять пик, опять шпиль. И я думаю, блин, что же она не продалась? Ну, поставил стоп-заявку, take profit на продажу по 72,5 рубля. Ну и пусть она болтается. Ну, надо сказать, что обуви России у меня мало, но если она вырастет, то, по крайней мере, стоп-заявка сработает. Смогу я ее продать или нет по этой стоп-заявке, неизвестно, потому что, как правило, это бывают разовые закупки. Ну, у меня там, что у меня обувь в России? 4% всего от объема портфеля. Дальше у меня уже совсем, ну, не так интересно. Идет, значит, ВТБ. Ну, это так просто, сколько там, 3,68% ВТБ. Давайте взглянем. Банковский сектор, я считаю, что будет падать на самом деле. И стоит его вообще продать, честно говоря. Вот, ну, небольшой объем. Хотя может и вырасти, то есть здесь не знаю. Но у меня небольшой объем, 4%. Алроса. Алроса недавно дала словесную интервенцию, что вот ожидается там рост там, и так далее. Падение было связано с тем, что индусы подвели. Ну, посмотрим. По крайней мере, перестала падать. Вот, Алроса. Дальше у меня идут нефтяные компании. Татнефть, Газпромнефть, Сургутнефть, Газпрефы. В сумме они у меня занимают, ну, где-то вот, как и все остальные, как Полиметалл, как Яндекс. Как они себя чувствуют? А по-разному. По-разному чувствуют себя, как ни странно. Вот Сургутнефть, Газпрефы. Ой, Сургутнефть, Газ. Зачем мне Сургутнефть, Газ? Сургутнефть, Газ свое отработал в свое время. Я хорошо на нем заработал. Так. Татнефть, где у меня? Вот она, Татнефть. Татнефть недавно упала, снова начала подниматься. Я не помню, что там было, но что-то было, по-моему, дивиденды обещали. Так, Татнефть, Газпромнефть. Так, Газпромнефть, вот она. Газпромнефть, она выросла и у меня в плюсе сейчас. Ну, держу. Я думаю, что будет расти. Не факт, кстати. Вот, и Башнефть. Башнефть очень перспективная компания, но вот она у меня в текущих убытках сейчас. Ну, перспективы очень хорошие, в принципе, я считаю. Башнефть. Так, что у меня тут еще? Аэрофлот. 1,73%. Я его сильно сократил, а он начал расти. Ну, что делать? Не угадал я. Я очень был расстроен, когда он упал. Вот сейчас он в плюсе. Вот у меня. Вот, но давайте посмотрим, что у меня с хеджированием. Там более интересно все. Вот они, фьючерсы. Посмотрите. Вот хеджирование. И вот он, индекс РТС дневной. Посмотрите. Вот он падал, я его захеджировал. Вот, смотрите, у меня 130 тысяч. Если цена будет ниже, чем 130 тысяч за РТС, то у меня будут в плюсе и опционы в деньгах, опционы будут в деньгах, и, соответственно, шорты тоже будут в плюсе. Вот смотрите, вот сейчас они были в плюсе, и вот здесь вот я очень здорово радовался, потому что у меня здесь был плюс к депозиту, ну, где-то, ну, хороший плюс, то есть я был в плюсе. Вот, вот здесь вот раз, с этого момента вот до сюда, у меня депозит упал на 20 тысяч рублей в связи именно вот с этим вот подъемом, потому что у меня шорты и путы. Вот, но посмотрите, вот ленты Боллинджера, посмотрите, вот раз, упал, пересек линию, но не пошел, значит, по ней вот так вот дальше, да, а немножечко стабилизировался, потом еще упал, потом поднимается до среднего значения, и посмотрите на график, он очень характерный. Я ожидаю снова падения, и падение будет примерно вот до сюда, вот, значит, до 123 тысяч рублей. Когда оно произойдет, я не знаю. Все эти индексы, имея, так сказать, все эти активы до 19 сентября, то есть срок экспирации 19 сентября и у индекса РТС, и у опционов 19 сентября. Поэтому
до экспирации еще есть. Я очень рассчитываю на нашего старого знакомого Трампа, который что-нибудь да выкинет обязательно, и он нам поможет в этом деле. Вот, но сейчас, в общем-то, говорят, что не факт, что рубль укрепляется, и он еще, так сказать, будет укрепляться. Сейчас какой-то оптимизм я наблюдаю, но боюсь, что это словесные атаки всего лишь. Я думаю, что все-таки рубль упадет, а индекс РТС тоже упадет с рублем вместе. Вот, что у меня на с валютными активами. С валютными активами у меня очень здорово просела компания Pfizer, которую я купил, очень сильно просела. Текущие убытки большие достаточно, но, слава богу, стабилизировалась, я просто ее держу. Вот, компания Pfizer, ну, никуда она не денется, не разорится, эта компания уж точно, это крупнейшая фармацевтическая компания. Вот, ну, я там шутку говорил, что, сказать... Короче говоря, американцы не нервничают, у них там все хорошо. Кроме того, смотрите, ну, была рекомендация открытия купить вот этот вот Corning Incorporated, и там еще какая-то была рекомендация, я посмотрел, я купил на всякий случай для того, чтобы просто следить за ходом акции, вот эту компанию Corning Incorporated, я уже не помню, чем она занимается, но просто я, глядя на график, посмотрел и решил, что она должна... начать подниматься, и вот вчера или позавчера я ее, я увеличил вложение в эту компанию. Ну, посмотрите, вот график характерный, я считаю, что она пойдет дальше вверх, и я на этом хорошо заработаю, потому что, ну, я вложил туда вот сколько там, 1500 долларов, вот, в эту компанию. Вот, собственно говоря, такой небольшой обзор активов. Вот, сейчас надо сворачиваться из Антверпена ехать. Мы, может быть, пробежимся по Антверпену немножечко. Вот, но поедем в очень красивый город Брюгге в Бельгии. И ночевать мы будем уже в Дюнкерке, это во Франции. Уже снял отель только что. Поэтому, друзья мои, сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. У меня все хорошо. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал, следите за моими видео. До встречи. С вами был Демитков Юрий.